Находимся в фотостудии «Озон» на Красношкольной набережной 16 в самом центре города. Здесь несколько съемочных зон, хорошие локации для детской фотосъемки, эксклюзивные детали, хорошие и интересные элементы. В общем, ребята Женя и Денис ждут вас в гости. А мы пока снимаем проект «Глянец». Я Дарина Пуша. Поехали! Визажист Луиза, делись с нами, какие планы на будущее и чем занимаешься сейчас? Планов пока что масса, и главное их всех осуществить. Вот. Ну, например, сейчас буду уже работать с разными фотографами, нарабатывать себе портфолио. Соответственно, также еще буду рекламировать магазин. Одежду буду предоставлять фотографам вместе с визажом бесплатно. Вот. Вот пока что на этом планы и заканчиваются ближайшие. Дальше загадывать не хочу, а пока буду с вами. Команда Vendetta, дизайнер Александр Зести. Ну что, рассказывайте, как готовились к съемке и специально шили костюмы или нет? Да, конечно, подбирали под образ, шили специальное платье, старались показать лучшее. Это парикмахер Мария. Какое место занимает в вашей жизни профессия парикмахер? Что больше нравится делать, стрижки либо окрашивания? И какие планы на будущее? Да, здравствуйте, я из команды Vendetta. Первый раз участвую в этом проекте «Глянец». Очень приятно было работать с моей командой. Мне больше нравится делать стрижки, так как это, то есть, полное изменение облика. Можно поэкспериментировать со смелыми людьми. Место занимает пока что передовое. Ну, начинала все как хобби. Потом я поняла, что хочу заниматься этим профессионально. И вот я решила поучаствовать в вашем конкурсе. Понятно. А какие планы на будущее? Планы, ну, я думаю, что развиваться дальше в этой же области, участвовать в различных конкурсах. У вас, я надеюсь, не первый раз, я уже буду вот участвовать в следующий раз. Поэтому постараюсь везде как бы попробовать, посмотреть что-то новое, интересоваться и развиваться, не стоять на месте. Команда Vendetta, фотограф Алекс Верона. Какие планы на сегодняшнюю съемку? Я давно очень не издевался над моделями, поэтому сегодня у нас снег, мороз, и мы поедем куда-нибудь померзнем. Got.
Вендетта. Красивые девушки, что хотели донести? Парни красивые тоже. Хотели донести, какая бывает девушка жестокая после измены или предательства. Вот вы это можете наблюдать на наших фотографиях. И, в принципе, очень было трудно работать и конкурировать с другой командой, потому что мы дружим с этой командой. И это, думаю, даже больше подстегивало. И ждите, наверное, самый насыщенный выпуск и самые хорошие работы будут собраны, наверное, именно с нами. Дизайнер Эрика, делись с нами, что тебя сподвигло на сегодняшние образы? Сподвигла картина Леонардо да Винчи, девушка с горностаем, дама, по-моему, с горностаем, и эпоха, ну, точнее, готика, средневековье, все вот эти королевы, мне это очень понравилось, я решила все смешать, это все в перемешку, и получилось то, что получилось. Ну, делись с нами, какие планы на сегодняшнюю съемку, в каком стиле будете работать? Так, сегодня будем делать готических королев мы. Это будет готика, мрак, луна, туман, архитектура, замки. Ну, вот такого плана пока мысли. Заинтриговали. Будем смотреть. Соло, агрессивные девушки, агрессивные образы. Ну, как впечатление от проделанной работы? Честно, вообще, мне все понравилось, все супер. Слушаем комментарии к проекту номер 23. Евгений Геннадьевич. Здравствуйте. Ну, что можно сказать? У нас сегодня две работы, и две работы довольно яркие. Что можно сказать о первой команде? Ну, значит, по работе с прическами здесь заметно и техника окрашивания уже актуальная, и накрутки, и, ну, вот действительно читается такой вот романтичный стиль, конечно же. Что сказать о второй команде, то здесь, конечно, очень креативно, очень ярко, очень много и аксессуаров, и элементов, и в целостной постановке, конечно, очень-очень даже неплохо. Спасибо большое. Спасибо, Алиса. Ну, за последнее время, по всей видимости, Тарасов Стайл это уже больше звучит как бренд, а не название команды. И в очередной раз ребята доказали свою компетентность в выборе костюма, в выборе причесок и в обыгрании образа в целом. Ну, на самом деле, ну, очень профессиональные детали, ну, на которые, поверьте, жюри обращают внимание всегда. А в команде Будуар здесь тоже есть свои плюсы, свои, ну,
больше, к сожалению, минусов, но в целом, опять же, повторюсь, да, мысль будуара команда донесла, и это, в принципе, ну, неплохо, да, вот, в любом случае, этой команде есть куда двигаться и есть к чему идти. Спасибо. Спасибо. Олег Локтионов. Добрый день. Обе команды сработали очень хорошо, и команда «Будуар» и команда «Тарасов Стайл». В обоих командах присутствует хорошая постановка, хорошая обработка, хорошая работа со светом. Модели и в той команде проработали очень хорошо. Есть и в той команде небольшие недочеты, но в принципе в глаза они не бросаются. Спасибо. Ну кто же победил? Ну, конечно, победили «Тарасов Стайл», «Креатив» с количеством баллов 34, а у команды «Будуар» на 3 балла меньше, 31 балл. Ура! Молодцы! Поздравляем «Тарасов Стайл». Проект номер 24. Выбираем победителей из команд «Ренессанс» и «Чоджо». Евгений Геннадьевич. Здравствуйте. Ну, что можно сказать о данной команде? Конечно, задумка интересная. Восточная тематика, ну, это интересная тема, которую можно, конечно, рассматривать и разворачивать со всех сторон. Что конкретно можно сказать о прическах данной команды? Да, задумка неплохая, да, здесь хотели показать стилизацию, но в целом, ну, не совсем дочищенная работа, в целом. Что можно сказать о второй команде? Конечно, здесь и постановка. Здесь и модели, и прически, и акценты, и, ну, вопросов нет никаких. То есть действительно выдержана полная вся композиция. Спасибо. Спасибо. Хвалим «Ренессанс». О. Как правильно заметил Евгений Геннадьевич, восточная тематика всегда актуальна, и ребята почерпнули максимум впечатлений от этой темы, передали их на фотографии достаточно качественно. Мы видим, что костюм выполнен сложно, и подчеркнуто наличие большого количества тканей, как, собственно, есть в восточном настоящем костюме, да, кимоно и так далее. В команде «Ренессанс», ну, здесь, конечно, буйство краски, буйство мелких элементов на корсетах у девушек, и, ну, которые украшены цветами, очень-очень здорово. Ребята постарались, мне очень нравится, и всем нам тоже. Спасибо. Олег Локтионов. Добрый день. Обе команды молодцы и сработали на 5 баллов. Мне очень понравились и работа модели, и постановки, и работа со светом. Но большего уважения заслуживает команда «Ренессанс». Фотограф постарался на 5 баллов и с ретушью, и с моделями, и со светом. Все выполнено на высшем уровне. Отдельного респекта заслуживает «Белка». Спасибо, Ирина. Ну, как уже все поняли, конечно, первое место – это команда «Ренессанс», 35 баллов. Все пятерки, молодцы, отлично. Команда «Чоджо» – 34 балла. Спасибо. Спасибо, ура! Выбираем победителей 25-го проекта. Слушаем комментарии Евгения Геннадьевича. Здравствуйте. Ну, что можно сказать о работах? Все, конечно, постарались, но есть, как обычно, нюансы и ошибки. На данной работе, данной команды, здесь, конечно, у меня двоякое мнение. Одну девочку, вот, которая в темном, да, я ее практически не вижу. Я не вижу ни костюма, я не вижу ни прически, я не вижу деталей. Ну, как бы я не могу полноценно оценивать данную команду, потому что больше, конечно, здесь бросается вторая модель. Здесь действительно хорошо видна прическа и текстура, ну и в целом модель, конечно, сделана неплохо. Ну вот со вторая, конечно, немножко девочка подвела. Что можно сказать о следующей команде? Что здесь можно сказать? Ну, смысл тот же, да, немножко не соответствует тематике, которая была задана здесь. Прическа и накрутка тоже может, конечно, не совсем актуально, будем так говорить, и не совсем, наверное, подходит в целом по образу. И я считаю, что здесь команда, конечно, постаралась максимально в плане причесок и общей работы, да, как бы я не могу сказать, что это прическа, но сама укладка, она актуальна, она правильная и она в теме данной работы. Спасибо. Спасибо, Алиса.
Мы долго думали с жюри, выясняли, кто же лучше справился со своей задачей. В команде Brides, скажем откровенно, ассоциация с невестами, ну, очень отдаленная. Как по мне, то нужно более четко следовать поставленной цели, чтобы было видно команде жюри, то есть нам, о чем идет речь. Но как-то все очень печально, очень темно, и только одну девушку видно в белом. Платье хорошее, но костюм не доработан по смысловой нагрузке. Дальше, космическая тематика. Сразу видно, что над мыслью работали, придумывали элементы. Костюмы, скажем, устаревшие совсем. То есть, ну, можно было бы что-то более фантастическое, да, придумать, чтобы нам было, ну, как минимум, интересно, ну, обратить внимание на это. Команда «Пандора», скажем так, максимально постарались сочетать костюм с фоном и с украшениями, с прическами, которые у нас здесь представлены. Команда молодец. Спасибо, Олег. Добрый день. Начну с команды Brides. Мне здесь не понравилось очень узкий диапазон, динамический диапазон, очень мало цветов, несоответствие образа с обработкой и, собственно, очень мало прорисовано деталей у модели в темном. У космической команды. Неплохая проведена ретушь, неплохой использован свет, хорошая обработка в редакторе графическом. Есть небольшие недочеты по ретуши, это заметно на ногах и руках модели. В принципе, также мало читается деталей в черном. И, на мой взгляд, наилучшие работы у команды «Пандора». Довольно яркие, сочные работы. Также существуют небольшие недоработки по обработке. На некоторых деталях у модели руки оранжевые, другие руки фиолетово-сиреневые. Вот. В целом, в принципе, работа неплохая и заслуживает победы. Ну и кто же победил? Здрасте. Третье место — команда Brides, 23 балла. Второе место — команда «Магия Вселенной», 27 баллов. И первое место — команда «Пандора». Поздравляем, 30 баллов. Победители 20-го проекта — команда «Козырные дамы». Девочки-красавицы, мы вас поздравляем. Ждем еще в гости к нам. Приходите, принимайте участие. Вот такие памятные дипломы от ТВ-проекта «Глянец». И хорошая новость для всех нас. Теперь мы победителей печатаем в новом журнале от korica.com.ua и нашего проекта ТВ-проект «Глянец». Ну, пару слов. Я очень рада, что я участвовала у вас в проекте. И с удовольствием буду участвовать еще. Спасибо. Мы вас ждем. Me